В понедельник, 27 августа, состоялся брифинг начальника отдела общественных связей и международной деятельности МЧС Донецкой Народной Республики Натальи Гетовой. Спикер ведомства отметила, что за минувшую неделю подразделениями МЧС ДНР ликвидировано 226 пожаров. За прошедшую неделю в республике спасателями МЧС были ликвидированы 3 пожара, которые произошли в результате попадания взрывоопасных предметов со стороны вооруженных сил Украины. Пожары произошли в городе Горловка и Новоазовском районе. За прошедшую неделю в результате пожаров погибло 2 человека в городе Горловка и Новоазовском районе. Пострадало 3 человека в городах Донецк, Горловка и Торез. Сотрудниками МЧС были спасены 11 человек. Из них 3 человека спасены на пожарах. 2 человека при оказании медицинской помощи на угольных предприятиях в городах Донецк и Макеевка и 6 человек при оказании сотрудниками МЧС различной помощи гражданам. За текущий период подразделениями МЧС 57 раз оказывалась различная помощь населению. Также Гетова сообщила, что отрядом пиротехнических работ МЧС в течение недели было выявлено и обезврежено 428 единиц взрывоопасных предметов.